последние 40 лет потребление бумаги выросло на 400%. И, как уже сказали мои коллеги, где-то от 10 до 30, а в некоторых местах и до 50% древесины имеют незаконное происхождение. Отсюда родом наш картон. Но вы видите, что это полноценный лес, полный жизни. Здесь, естественно, да, прекрасно себя чувствуют его лесные обитатели.